привет, дорогие друзья! С вами канал Дымоход. Сегодня мы будем спрашивать прохожих на улице, сколько же что стоит их шмот. Дымоход. Сколько стоит шмот? Дымоход. Так, надеюсь, мы найдем здесь кого-нибудь. Где хайповые ребята? Да, здесь, по-моему, где-то ЦУМ стоял раньше. О, здравствуйте! Здравствуйте! А, что надо? Сколько стоит ваш шмот? А, ну, тут смотрите, короче. Кофтовые тут. Так, Louis Vuitton, там коллаборация Supreme. 40 тысяч, да. Так. Долларов? Нет, рублей, все в рублях. Такая палька. Такая дешевая. Он патриот. Так, смотри, короче, цепь у меня. Так, что там, Louis Vuitton цепь. 3 миллиона стоит, 3 миллиона, смотрите, сюда, смотрите. Понял, спасибо. Так, футболка, значит, футболка у меня Zara, там, 3 тысячи, что ли, стоит. Так, штаны там у меня, джоггеры там, простые какие-то там, палец я с Ямайки взял, 1050. Потом адики там, 960-е из бутсы. Тоже паль там, с чего я там уже не помню, на рынке где-то взял, 15 тысяч. Ну все. А, трусы. А, да-да. Трусы у меня Louis Vuitton, 5 тысяч. Охуеть. Вот, ёбаная долбая. Я пошел. Все, спасибо вам. До свидания. Стой, последний вопрос. Сколько вам нужно в жизни для хорошей жизни? Хороший вопрос, хороший. Ну где-то 3 миллиона. 3 миллиона там на клубы, там, знаешь, на кальянчик, да. На лавсосу, на лавсосу. Ладно, я пошел. До свидания, до свидания. Оператор, продолжаем. А говорите с ваш текст, пожалуйста. Михаил, вам плохо? Так, и вот мы идем дальше искать музыку нашего города. И вот еще один. Здравствуйте. Можно спросить, сколько стоит ваш шмот? Ну вот это, куртка Stone Island. Брал за 30 тысяч евро. А где брали, где брали? Ну, хорошо. Дальше. Это курточка, это я не помню. Ну, кто такой no-name бренд. Где-то 1015, наверное. Евро. Ладно. Да, все отлично. И это футболка Nike. Хорошо. Стоило где-то 5000. А где покупали? Не помню. Мне кажется, все майки такие продают. Ну да. Да, все майки 5000. Самый хороший бренд. Штаны. Смотрите, пожалуйста. Это нельзя. Так, штаны стоили мне 3000. 3000 евро, естественно. Ну да. А кто говорит в рублях? Это... Да, понятно. Так, ботинки это Nike с коллаборацией с Supreme. Стоил 90 тысяч евро. Ребята, вы представляете, 90 тысяч евро это 5000 в рублях. Так. К вам есть небольшой вопрос. Да-да. Вы сами все зарабатываете или как-то вам помогают в этом родители? Ну да, мой батя Владимир Путин. То есть ваш батя откровенно молодец. Я его очень поддерживаю. Да, лидер и борец. Можно вам пожать руку? А, нет. Да нельзя. Отойдите просто. Так, и все, этот последний вопрос. А рюкзак забыли. А рюкзак это же... Охуебаться. Дорого. Стоит. Эксклюзив для Путина. Да, это сын Путина. Блядь, ты же видел новость, да? Сыну Путина дали специальный рюкзак Louis Vuitton с коллаборацией с Nike. С базара. Да. Он, по-моему, стоит целых 80 тысяч евро. Вы молитесь? Конечно. Кому? Владимиру Путину. Я тоже. Ну нормально. Владимир Путин, молодец, политик, лидер и борец. Ладно, все хорошо, спасибо. Спасибо вам, борец. Не здоровьте, да. До свидания.